парке «Скитские пруды» прошел яркий фестиваль красок, посвященный Дню молодежи. 30 июня возле главной сцены собрались сотни сергиопосадцев. Под популярные треки гости фестиваля дали разноцветный красочный залп. Одновременно подбросили краски вверх, и образовалось большое разноцветное облако. Организаторы фестиваля занимаются подобными концертами уже 9 лет. Красочные дискотеки устраивают по всей территории России, от Санкт-Петербурга до Новороссийска. После ковида, на самом деле, какое-то второе дыхание появилось, потому что 2019 год был такой довольно-таки уже, ну, видно, что интерес спадал. А после ковида как-то опять очень прям живенько, бодренько, народа много, все активные, танцуют, веселятся. Всех гостей фестиваля ждали розыгрыши, конкурсы и большая красочная битва. Мероприятие вошло в календарь событий администрации Сергиево-Посадского городского округа. Мария Ревека, Михаил Кирсанов, ТВР-24.